С сегодняшнего дня в школах Сыктывкара снова началась выдача сухих продуктовых наборов. Выдают их за период дистанционного обучения во время режима повышенной готовности с 13 по 30 апреля. Графики выдачи сухпайков размещены на всех официальных сайтах учебных заведений. Наборы предназначены для учащихся начальных классов, детей с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей. А еще для учеников с 5 по 11 класс, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере или родителей которых погибли при исполнении воинского долга. Напомню, по решению Владимира Уйба продуктовые наборы были увеличены вдвое. О необходимости расширения сухпайка руководитель региона заявил еще 19 апреля во время своего традиционного видеообращения. В последние дни у меня очень много поступает от вас звонков в связи с тем, что вот этот паёк, школьный паёк для детей, который сейчас вы получаете во время дистанционного обучения, он очень скудный. Я дал поручение, коллеги посмотрели, и мне доложили, что действительно это так. И, конечно, это неправильно. И я попросил, дал поручение, чтобы посмотрели, что можно по этому поводу сделать в плане увеличения, расширения этого пайка. В итоге набор для школьника действительно вырос в два раза. В него вошли не только чай, соки, сахар, крупы, макароны, шоколад и сладости, но и консервы. Причем как мясные двух видов, так и рыбные. Они тоже представлены в ассортименте. А к банке сгущенного молока добавились и персики в сиропе. Дети сейчас дома. И знаете, это очень тяжело целый день стоять около плиты, выдумывать что-то, денег не хватает. А так это, конечно, очень хорошее подспорье. Тяжелый подъем. Ой, тяжелый. Если с прошлыми пакетами сравнивать. Ну, получше намного. Намного лучше, чем в прошлый раз. Ну, тут мясо есть, и все, и тушенка. Хоть макароны будет чем поесть. Большинство родителей, я скажу, что, наверное, все родители очень благодарны за такую помощь и за такое внимание к себе, к детям, потому что, ну, сами понимаете, что этот продуктовый набор для некоторых является большим подспорьем. При этом во всех образовательных организациях приняты все меры для выдачи сухпайков. Наборы выдают по графику. В строго указанное время приходят родители определенных классов. Все они обязаны строго соблюдать меры профилактики, использовать маски и перчатки, при этом соблюдая социальную дистанцию 1,5 метра.